превысили полномочия. Республиканская прокуратура провела проверку в отношении инспекторов Государственного автодорожного надзора. Без предупреждения они попали на территорию предприятия, которое занимается перевозкой пассажиров. Подробности в следующем материале. Это видео снимали для отчета о рейде, но в итоге оно сыграло злую шутку с самими проверяющими и стало доказательством их вины. На кадрах отчетливо видно, что государственные инспекторы заходят на территорию автотранспортного предприятия номер 2. Вы механик? Да. А у вас транспортные средства на яму загоняются, смотрят, предрисуют? Вот, пожалуйста. Вообще. А на какую? Где эта яма? Можно посмотреть? Вот она яма. Раз. Не видел. Вот сколько написали на машину? Вот да. Сейчас вам показываю. Ага. Вчера. Прежде чем. Вот эти все машины проверены, поэтому сегодня я их могу не проверять. Но в прокуратуре республики выяснили, что инспекторы не имели права проводить проверки на территории предприятия. Ведь изначально досматривать автобусы им поручали только на маршрутных линиях. Но, видимо, забыв об этом, сотрудники транспортной инспекции начали изучать работу самой организации, которая осуществляет перевозки. Я не знаю, у вас документ есть какой-то? Да. Распоряжение, уведомление есть. А вы с вами разговариваете? Не понял. Давай, хорошо, сейчас. Мне дайте, пожалуйста, копию. Вердикт работе автотранспортного предприятия инспекторы вынесли уже спустя 10 минут. Специалисты усмотрели целый ряд нарушений. Но руководство организации заподозрило и самих проверяющих в нарушении закона. На сотрудников Государственного автодорожного надзора были заведены административные дела. В мировом суде действия инспекторов признали незаконными. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Марина Рябцева, Дмитрий Ковалев, Республика.